общем, в этот чудесный солнечный день я решил вам показать результаты, которые после перепрошивки панели приборов получились у меня. То есть для начала версию я вам покажу. То есть пошел тест, стрелочек нажимаем, то есть видим, версия стала 0.12, то есть соответствует люксовой Калине. Вот, версия 0.12. Значит, что у нас теперь добавилось? Значит, расстояние. Вот это вот 16, это расстояние, которое мы проехали, ну, с момента сброса там. Вот, температура двигателя долгожданная. Наружную температуру пока не кажет, потому что я датчик еще не подключал. Не знаю, надо ли она мне, нет. Главное, температура двигателя у меня сейчас есть. Вот, напряжение бортовой сети, оно у нас было. Так, 222 километра, это, я так понимаю, проеду на оставшемся топливе. Это мгновенный расход. Кстати, вот мгновенный расход почему-то пропал. Возможно, из-за того, что я, ну, другую прошивку залил в блок управления. Нет, может, что-то не дружится. В общем, он не показывает. Даже не на заведенной, не в движении. Вот. Но я не считаю это недостатком. Он мне как бы вообще не нужен. Значит, это у нас средний расход топлива 12,4. То есть это я тут по городу маленечко вот сейчас проехался. Показали такие цифры у меня. 6,9 литров я спалил. Это вот значит, наверное, за те 16 километров, что у нас там показывало. Вот. Это время в пути, которое я провел. 3 часа 26 минут, я так понимаю. Так. Ну и опять вот эти километры, которые я проехал. А, нет. Нет, это средняя скорость 16 километров в час. Ё-моё. Чуть не обманул вас. 16 километров в час – это средняя скорость. Так, градусы, напряжение, 222 километра до заправки. Средний мгновенный расход. Средний расход 6,9 литров. Это, то есть, топливо, которое израсходовано за поездку. Сейчас я его попробую сбросить. Жмем reset. Да, вот оно обнулилось. Вот, то есть обнулилось показание до заправки. А, время в пути. Время в пути обнулилось. Ну, в общем, вот такой вот результат получился. Такой результат получился у нас с прошивкой 0.12. Так что хоть что-то, хоть какие-то улучшения. Конечно, GPS у нас тут не прибавится никогда на этой панели, но тем не менее. Так что там, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что-нибудь еще для вас постараюсь снять интересного. Всем пока!